Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации. От бряцания оружием натовским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Беларуси, полномасштабной гибридной войны. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.